Так, друзья мои, Binance, наш любимый Binance, кстати, тут мне сказали, что можно вот с него вообще не уходить, и все будет хорошо. То есть автоматом на комикс принесутся, как вы считаете, правильно сказали или нет? Так, итак, поехали. Сетка бота. Бота-сетка. Значит, торговалось все к BTS, да, вот допустим. Ну, это, блин, я не знаю, почему оно ушло. Просто выбрал монету, да, вот на BTS. Банан предложил мне выбрать, блядь, монету, чтобы спотовый бот, чтобы активно торговал и все было хорошо. Это показал статус, что вот на этих на этой паре все торгуют с ботом и все заебись. В итоге в моменте, да, 2,5%. Вот. Это торгуется к BTC. Взорвался, хороший дал. Вот, Тома. Тома. Ну вот, блядь, просто вниз ушла, понимаете, и вот минус 18%, да. То есть это достаточно хуёво. 24 дня торгуется. Вот, 24 дня, 18%, ну всё плохо, всё печально. Всё плохо, всё печально. Не знаю, что с ней делать, если честно. Вот, всё, она пошла по звезде. Вот, общая прибыль. Вот что с ней делать? Вот подскажите, да? Вот что? Плавающая прибыль, прибыль сетки. Вот я до сих пор путаюсь в этих понятиях. Ну вот я ориентируюсь на общую прибыль, вот, минус 8. То есть он не может дойти до вот этой цены, чтобы продать, я так понимаю. Короче, все печально. Так, та же самая ситуация по G и по ETF, да, как биток. А как ETF, да, минус 10%. Скорее всего, я прибыльные закрою. А с этим я не знаю, с убыточными я не знаю, что делать. Просто не знаю. Может быть, подскажете, что. И итого по спотовым ботам, то есть я в минус наторговал на $53. Грусть, печаль, ужас. Дебил, просто дебил. Не заработал, время потратил, еще и в минус ушел. Так, включил историю. Вот у меня боты торговали, да, причем я их покупал на, вернее, выбирал на маркетплейсах Binance. И вот смотрите, минус, да, вот линк, я помню, вот я его закрыл руками, он ушел, у меня достаточно серьезный минус. Минус 175%, как тебе такое, Карл? Да, 175% минус ушел, потому что, я не знаю, он стрельнул вверх, то есть у меня была стратегия нейтральная, я набрал шортов, видите, там продажа, вот я... Ну, я так понял ситуацию. Вот я абсолютный нуб, может быть, профи мне подскажет. Я набрал шортов, и вот, да, продажа, ну, это же шорты, продажа, шорты. И он не продал, то есть он вверх стрельнул, а я набрал, хоть и нейтральная позиция, но была шорты, как бы. Вот еще и комиссию тут заплатил. Дальше поехали. Дальше вот. Минус 25%. Что смотрим это, что это? Смотрим. Кстати, где общую прибыль по всем ботам смотреть, да, сколько я наторговал? Так, что здесь было? Это была тоже нейтральная стратегия. Левер, и он, наверное, что здесь был? Ну да, вот, а, продажа, видите, пытался продать, да, как бы, вот, шорт вставал, а он вверх пошел, как бы, в итоге минус. Дальше, что у нас тоже, короче говоря, вот он, они вверх стартовали, а у меня тут минус постоянно. Так, бот разбалансировки. Вот, кстати, вот эти вот, да, там и метавселенные, и искусственный интеллект. Вот бот разбалансировки, он буквально у меня там 3 секунды проработал, и он уже в плюс вышел. То есть бот разбалансировки на банане, он классный. Сетка спота, история. Что у меня тут? А тут я что-то начал и остановил. Начал и остановил. Да, это был у нас банан.
То есть я как вообще на банане смотрю? В принципе, я покажу. На банане я захожу вот в их сетку фьючерсов, делаю время выполнения, допустим, 1-2 дня, порой, да, сортировочку делаю и смотрю вот. И я почему-то все время нейтральную выбираю. Я не знаю почему. Я все время нейтральную выбираю. Здесь я выбираю. Где она, господи? Короче, я за. А, сетка фьючерсов, прошу прощения. Тоже нейтральную выбираю, время выполнения. И вот порой сортирую. И вот здесь вот просто тупо, не думая, копирую и все. Понимаете? Вот так я вот все эти роботы практически и выбирал. Результат вы уже видели.